Доброе утро. Ну что, все, нашего гостя нету. Остались вон только какашки от него. Да? Улетел и не обещал вернуться. А кто ты на окне спал целый день, да? Я просто смотрю, не упал ли. Вроде нет. Ну, добрый путь. Клубнику не поел. Ну, какой его смой. Лапу убрал. Брала вчера себе орехов, финики, грецкие, фундук. Ой, надо к котам за едой сходить. Осталось совсем немножко. Точно. Еще вчера варенье с черной смородиной на фруктозе. Оно, правда, получилось такое жиденькое. Ну, в принципе, сладенькое. Переваривать не буду. Это осталось так, две баночки сделала. Вот такие дела. Можно снимать уже? Грибочки на гриле. Пахнет уже. Красота. Так, все, закрываем. Солюшкой просто посолила и все. Еще сейчас делаю салатик. Это у меня дайкон. Морковушка, лучок, огурчик, помидорчик и молодая капусточка. И грудка тоже у меня замаринованная. Грудку тоже пожарю на гриле. Такая красота уже. Нужно, в принципе, перевернуть. Можно бы, наверное, не переворачивать. Вот уж. Начала. Так, переверну. И еще жарю. Уже запах. Просто бомба. Вчера купила это шампиньоны. 100 рублей. 99 рублей 400 грамм. Самая вкусная еда готова. Куриная грудка на гриле, грибочки на гриле и салатик, заправлен йогуртом. Все, приятного мне аппетита. Сейчас у нас, кстати, уже спадет жара, по-моему, 5 или 6 час. Поедем гулять. Так, я выехала. Хочу заехать в наш здесь ближайший строительный магазин. Броницах апельсин, который называется. Посмотреть линейку там. Сейчас что там у них есть.
наш этот апельсин. Там вон тоже какая-то пристройка к нему. Короче, пойду посмотрю, что там есть. Вот, тоже совсем. Тоже пластик. Листовый сосен. Это тоже такие же. Короче, вернулась я. Пойду в карусель. Что-то как-то в апельсине. Вообще какой-то он печальный. Не знаю, вроде все есть, а все равно какой-то он печальный. Как-то в Леруа я чаще бываю. Даже вот, честно, не знаю, с чем это связано. Но там еще какая-то дурацкая система. Надо каждый товар выписать у продавца, потом с этой распечатанной бумажкой пойти на кассу. Короче, как-то очень геморройно. Как-то слишком-слишком. Иначе не скажешь. Короче, ладно, еду в карусель. Там тогда возьму эту лейку, если они еще остались. И гляну, что там с сырниками-то сегодня? Что за беда-то такая? Купила себе лейку. Купила клубнички, яблочки, салат, айсберг и сырник. Вот почему не люблю ходить в большие магазины без списка. Я взяла не свой чек. Передо мной пара не взяла чек, а я свой не взяла. Ну, короче, у меня тоже где-то на 500 рублей. Я просто хотела посмотреть, сколько лейка стоит. Но, по-моему, она тоже около 200 рублей стоит. Все. Теперь домой. Фу, жарко, все-таки жарко. У нас там, кстати, сквер, ну, как у нас, в Бронницах, разбили. Правда, там, конечно, никто не сидит, потому что там невозможно сидеть, там никаких деревьев нету. И там вот, не знаю, наверное, будет чуть-чуть видно. Вот эта вот машинка, и вот у нее в конце, вот из-за нее, вот, наверное, будет виден немножечко памятник. Нет, сейчас уже не будет виден. Ну, короче, там памятник лошадям. Я умею объяснять. Я дома набираю свою лейку. Кстати, видите, очень удобно набирается. Можно вот здесь за ручку держать. Можно вот здесь. Оп, смотрите, как это. Лейка на 10 литров. Кстати, должны были воду горячую дать. Но так ничего не дали. Холодная. Я так надеялась. Значит, уже за день, видимо, завтра дадут. На объявление написали до 9. Сегодня 9. Хочу горячую воду. Все, на этом со всеми попрощаюсь. Вот такое у меня приобретение. Завтра понедельник. Понедельник день тяжелый. Воду сейчас поставлю, пусть отстоится. Завтра утречком схожу, все полью. Хотя зачем ее отстаивать? Короче, ладно. Я еще 150 раз подумаю. Все, всем пока-пока.